Всем привет! Автомобиль Honda Civic 2001 года выпуска. Значит, что случилось? Ну, стояла на праздниках в гаражике, в тепле, отогревалась. Ну, думаю, ну что? Ну, сели, поехали где-то 7 января. Раз и загорелась лампочка «Проверь двигатель», check engine, так называемый. Опа! Опа, здесь хочу показать. Вот он сейчас, видите, не горит. Вот. Сейчас я включу зажигание. Видите, загорелся. Диагностика прошла, она должна погаснуть. Она не гаснет. Ну, точно так же вот могу завести, смотрите. Видите, работает. То есть, какая-то ошибка закралась. Ну, у меня есть, конечно, подозрение на датчик. Датчик кольного, либо датчик кислорода. Потому что вот они у меня подмаргивали, когда плохой бензин, а коленвала летом в жару. Ну, посмотрим, что я для этого делаю. А беру я вот такой вот проводочек. Ну, ё-моё, уронил проводок. Обыкновенный провод, вот, смотрите, беру. С двух сторон зачищенный, длиной, ну, сантиметров 5. Под рулевой колонкой. Машина у меня праворукая, ну и леворукая также. Под рулевой колонкой ищем диагностический разъем. Вот он. OBD2 называется. Замыкаем. Четвертый контакт и девятый. Вот, это вот у нас девятый. Так вот смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Видите, с косами вниз, как бы. Вот замыкаем. Четвертый контакт. Это я скрутил, чтобы провод многожильный, чтобы в другие не попал. Так, сейчас скручу. Ну вот, чтобы видно было, видите, четвертый контакт, девятый контакт обыкновенным проводком. Теперь переходим опять на приборную панель. Смотрим внимательно. Так. Вот сюда. Так, чтобы видно было. Поворачиваю ключ зажигания. Просто поворачиваю, не завожу. Да ё-моё, нажимаю. Видите, погасло и начинает моргать. Считаем. Раз. Длинный. Два. Три. 13. Раз, длинный. Раз, два, 12. Раз, длинный. Раз, два, 12. Раз, длинный. Раз, два. А почему-то первый раз 3 насчитал. Еще раз проверяем. Выключили. Выключили. Еще раз. Включаем. Включили. Считаем. Раз. Раз, два. 12. Раз. Длинный. Раз. Два. Два коротких. То есть 12 код. Видите, два раза перепроверил. Ну, можно еще третий раз перепроверить. Вот опять выключил. Первый раз показалось, что 13 был. Включаем. Еще раз смотрим. Вот убрал я свет. Еще раз выключу. Как бы еще раз убедиться. Сейчас все скажут, бестолковый. Ну да, я особо бестолковый, сразу говорю. Поэтому 10 раз проверяю. Раз, длинный, желтый. Видите, раз, два, 12. Раз, длинный. Раз, два, 12. Ну все. Значит, 12 код. Смотрим, в компьютере идем, в интернете вводим. Двоичный код для Honda Civic. Так, вводим. Код, название, двоичные коды неисправности Honda Civic. Высвечивается сразу первые здесь вот картинки. Нажимаем на эти картинки. Вот так. Раз. Нажали. И вот они, списки. Нажимаем на эти списки. Диагностика Honda Civic. И нам выдает, что это 12-й код. Вот смотрите. Мигание. Оп,
мигание индикатора. Вот оно, мигание индикатора. 12-й код. Это высокий сигнал клапана системы рециркулятора отработанных газов. Или обрыв жгута провода системы рециркуляции отработанных газов. Странно. Ну, надо посмотреть еще на сканере. P1498 это высокий сигнал, а 1491 это обрыв. Ну, короче говоря, это клапан рециркуляции отработанных газов. Вот такие вот дела. Так, еще раз посмотрю. Ну, ничего страшного, рециркуляция отработанных газов, меньше гадости пойдет в машину. Ну, тем не менее, смотреть надо, то некорректная работа компьютера, вот так будем говорить. Так, вот он этот датчик, не датчик, а клапан тут у нас работает. Рециркуляция отработанных газов, вот здесь вот. Что с ним не так? Вроде бы не трогал, ничего не делал ему. Ну, что-то загорелось. Что-то не захотело работать она по-человечески. Да, вот он. Если смотреть на двигатель D17, то слева от... Так вот смотришь, с левой стороны. По ходу движения с правой получается. Да, странно. Ладно. Самодиагностика произведена. Ехать никуда не надо. Все быстренько в гараже. Вот сколько видео идет, столько я и делал самодиагностику. Все. Всем пока. Вот он этот клапан. Опа. Все валится. Разъем этого клапана. Вот он. 5 контактов. Начал снимать, и вместе с ним снялся датчик температуры. Вот он. Ну что, я не знаю, что делать. Одевать просто. Вот так. Щелк. Здесь также. Посмотрим, перещелкнули, ничего не делали. Ну, смотрите. Нет? А, это у меня идет. Диагностика, я не убрал провод. Так, провод ищем. Оп, провод убрали. Заводим. Ничего, горит. Сложно сказать. Короче, смотреть надо. Ну что, хотелось бы закончить видео тем, что самодиагностику я произвел, это видео, и одновременно это видео про то, как я нашел неисправность, клапан ЕГР. Вот смотрите, включаю. Оп, чек погас, видели? Ничего я машине не делал, просто вышел на работу, покатался. Ну так примерно в день у меня получается километров 60. Вот, видать, клапан то ли пробило, то ли выскочила там вся эта шняга. Ну вот, теперь заводим, смотрите. Видите, все нормально работает. Все чики-пики. Но клапан ЕГР я все равно буду делать. Это уже другая история. Поэтому смотрите в ближайшее время. Я постараюсь выпустить это видео, как я снимаю клапан ЕГР и чищу его, хотя бы сверху. Ну все, глушу двигатель. Кстати, после того, как чек погас, холостые обороты стали лучше держать. Действительно, когда клапан забит, ЕГР, немножко на холостых оборотах двигатель подтраивает, это не подтраивает, вернее, а холостой ход плавает туда-сюда, особенно на перекрестках. Ну а так все нормально. Вот. Всем пока, диагностируйте свой двигатель, электронную часть, диагностируйте вот этот клапан ЕГР, не торопитесь его снимать. Если нет времени, у нас сейчас морозы, поэтому я не торопился. Все, всем пока.